Что пришли, я буду краток. Посмотрите на эту красоту, которую мы построили. Для нас это очень важно. Вы знаете, Адамант — первооткрыватель, можно сказать, большого кёрлинга у нас в стране. Благодаря Константину Юрьевичу и Игорю Владимировичу когда-то мы поняли всю важность этого вида спорта. Очень умная, очень азартная, стратегическая, интересная игра, популярная во всем мире, да еще и олимпийский вид спорта. И поэтому, когда мы думали над тем, чем же наполнить наши торговые комплексы в развлекательной части, то обратили внимание на кёрлинг. И сразу хочу сказать, мы очень рады тому, что сделали правильный выбор. О спортивных результатах я говорить не буду, об этом скажут мои коллеги, но я вам хочу сказать, что для нас это было очень важно. Народу нравится, игра на подъеме, вид спорта на подъеме, признан олимпийским. Будем биться за медали. Вы знаете, для Петербурга участие питерских спортсменов в национальных командах очень важно. Не так много видов спорта, где питерские спортсмены занимают первые места. Чемпионы России, многократные. Мы очень довольны. Но нас, как компанию, интересует популяризация. Популяризация этого вида спорта прежде всего. Чтобы все больше людей играло, чтобы приходили компаниями. Выходные, будни. В любом возрасте можно играть, начиная с очень маленького и кончая сединами. Развивается бешеными темпами. В Канаде сколько? 2500 кёрлинг-холлов. Поэтому мы в наших планах поддерживать и спорт высоких достижений, и прежде всего заниматься, повторяю, популяризацией. Для этого, это у нас третья площадка, вложены сюда инвестиции большие, сразу вам хочу сказать, в районе 70 миллионов рублей мы вложили в организацию этой ледовой площадки. В смысле прибыльности не могу сказать, что это самое прибыльное вложение, которое наш холдинг делает, но мы понимаем всю важность того, чтобы комплексы были привлекательные для населения. Окупаемость, если кого-то интересует, мы рассчитываем на срок около 8 лет. Это прогнозируемый срок окупаемости. Действуем мы по очень простой схеме. Все время, которое нужно для подготовки спортсменов, для команд, а у нас их много, и поддержка юношеского, там, и инвалидные команды есть у нас, и разные коллеги мои расскажут. Предоставляем лед бесплатно, экипировку. То есть пытаемся построить работу спортивного клуба тоже на каких-то европейских нормах, принципах, для того, чтобы спорт, повторяю, спортивные достижения пропагандировали этот вид спорта среди населения. Что у нас еще из будущего? Сейчас 3 кёрлинг-холла у нас работают. Мы планируем еще в конце года у метро Ладожская в торговом центре тоже построить еще один 4-й кёрлинг-холл. Там тоже будут 2 дорожки. И тоже для жителей того района будет очень удобно. Вот, собственно, хочу поблагодарить тех, кто спортсменов, швейцарскую команду, которую к нам привели. Я за них лично буду сегодня болеть в хоккей. Может быть, они впервые станут чемпионами мира по хоккею. Вот, тоже нам будет очень приятно. Спасибо, Алексей.